Ну давай, чин-чин. Сейчас скажу, сколько можно пить? Я все, приезжаю домой, я опять завязочку. До 16 сентября. Я же помню до ноября. До 16 сентября, потом у Игоря день рождения, потом у Тани день рождения в Дубае, потом у меня день рождения в Дубае, потом Новый год. Ну раз в месяц придется пить, а что делать? В сентябре только два раза придется выпить. На самом деле там некогда будет пить. Да и мне и дома некогда пить. Здесь да просто это же хорошо. Все, отдыхается. Вика, что ты одеваешь? Я не думала, что ты увидишь. Мне глаза обкалывать. Морщины старческие. Да? У тебя не так у меня сильнее. Я воды мало. Надо просто в очках ходить солнце, от солнца. И все будет хорошо. У Вики был потрясающий том-ямчик, офигенный. Я заказал роллы какие-то огромные, вот такие. Сейчас еще принесут. Вик, давай бери, налетай, угощайся. Нет, том-ям нет. Ну вот вместе с том-ямом. Сейчас вам расскажу, вкусно это нет. Ну это вкусно. Определенно. Возьми. Что, вкусно? Очень вкусно. Возьми, возьми. Подайте мне, пожалуйста, свой соус. Пожалуйста. Спасибо. На. Аюша. На. Очень вкусно. Ты вот эту лепёшку будешь есть большую? Тоже бери вот эту штуку. Я не знаю, как её есть. Руками, наверное, как? Среди на другой состав. Соус такой. Кстати, этот соус очень вкусный. Очень вкусно. Только я не понимаю, как правильно это есть. Бери. Жень, спасибо. Дай мне вот это синюю скрываю все. Левой рукой неудобно. Но я смогу и левой. Ага. А куда-нибудь. Как, наверное, полить? Не, доедай сам, мне не понравилось. Не понравилось? Как не понравилось? Ты бери. Почему не понравилось? Не знаю, что там есть, что мне не нравится. Что? Сейчас еще, хочу показать, просто еще принесу. Такие. На. Это тоже что ли руками? А? Они огромные. Тоже ну бери, бери. Я не знаю. А я какие-то огромные были. Как это все есть, я не понимаю. Прикольнее?
попробуй. Юта, ты сегодня очень придирчива. Че, не? Не знаю, мне очень вкусно. Может, ты просто не голодная? Не будешь, да, его? Угу. Ах, куда? Бери вот это. Бери. Я не хочу, Женя, меня уже не влазит. Я покажись, не хочу. Не когда я там съем, ты меня съела. Ну, это тебе еще, маленький. Ну что, на теплоходе недолго музыка играла. Опять испортилась погода. Пересадят, когда она зальет. Надо пересаживаться, да. Поднялся ветер, уже даже это, капельки. Ну, короче, нет у них лета вообще здесь. Не прилетайте в Красноярск. Тепла здесь нет. Видите, в куртках. Прохладно стало резко, ага. Мы уже приехали в райончик свой. Сейчас зайдем в Валберис. Тём придет. Будет пока смот нам устраивать. Вика ему набрала одежды в школу. Там остаточки, шорты, футболка и рюкзак. Шорты, футболка, рюкзак. Сейчас будет мерить. Он пришел? Нет, я думаю, что он топает. Мужчины, они очень медленные. Неправда. Модель. Hello. Hello. Топ-модель наша пришла. Сейчас будет мерить одежду. Будет показывать весеннюю-осеннюю коллекцию, да, Тём? Да, свою. Свою, естественно. Мам, типа, она заказывала, там будешь сейчас мерить. Да мне все пришло. Смотрите, какая чистота. Чистота, чистота, блядь. Да, Тём? Да. Чем ты занимался самый сегодня? Самый чистый город. Чем ты занимался сегодня? Катался. На скейте? В самокате. Заходи. Спасибо. Садись. Спасибо. Двигайся. Я только слышу разрешение. Естественно, естественно. Да. Можешь занимать гримерку. Сейчас. Чего у тебя бровь такая длинная? Длиннобровная. Давай как будешь лежать со мной. Так, не надо. Будет еще больше расти. Да? Конечно. Ну, в общем, попробуй спровоцируй. Да? Их если стрижение будут больше расти. Будь провокатором. Будь провокатором. Могут не вернуться, да? Я приняла у вас такой. Прекрасный рюкзак. На годик ему хватит. Вообще прекрасно. Вы уже видите, это не мое рваное, а такой рваный пришел. Модель уже переодевается. Че, Тём? Еще шел. Ты уже оделся? Нет. Давай. Все то же самое. Самый футболок хорошо. Футболок, да. А что эти шорты не нравятся? Они должны быть. Хотят вот такие брать. Таких удобнее же. Каких? Короткие. У меня адики Nike. Тём, у них как будто в ясельке собрался. Ну ты что? Такие шорты. Смотрюсь, какая или какой-нибудь. Сейчас все парни таскают такие шорты. Нормальные, да? На физру. Ну, на физру вообще отлично. Да. Размер твой? А ты размер твой? Это какой ты взял? Вика моет. Помыла Лизу. Мой. Покажи Лизу. А? Покажи Лизу. Отдохнем и поедем опять делать. Еще не вечер. Так и деловая. Ходит, бродит, колобродит. Убили тебя?
вчерашние пельмешки, без спешки. Да, мам? Может, ты что-нибудь остренькое туда положить? Что? Этот, отжигу. Вкусно. Том, ты делал? Да. Тёма делал. Ты делал? Да. Ты умеешь делать пельмени? Да. У меня баба ещё давно научила. Он молодец, много сделал. Какой молодец, а? Не ребёнок, а повар. Золотце. Как ты говорил, как вот, горшочек какой-то, как? Съедобный горшочек или как? Я же не говорил. Нет, когда этот, ты прилетел, когда баба еды много давала. Ты говорил, как вареный горшочек или как? Волшебный? Ну, вот, волшебный горшочек. Или что, будешь? Это же перец? Да. Ничего будешь? Какая погода дебильная. Дебильная. Хоть дождя нет. А когда вы начинаете копать? Ну, планировала часа 25-го, 26-го. Если такая... Августа? Ну, если такая... Я всегда до 1 сентября закапывалась. Приятного аппетита, Лёля. Да благодарю. Уже половину съел, мог бы пораньше. Пожевать. Побольше сметаны возьми. Нет, все. А что, гранатовый сок? Да. А ты не злоупотребляешь им? Я давно не пью уже. Пьет, ну, много пьет. Как дай? Раньше много пью, сейчас я не пью же. А, тебе же не хватало, да, гемоглобин, по-моему, понижен был? Вроде бы. Да. Ну нет. Как? Гранатовый сок. Ну, а так-то да, попробуем, вкусный. Ну, так-то попробую. А дай мне вот эту... Как баба вот дает ложечку, этот чайник говорит, ты мне прям капельку налей, попробуй. И я попробую, такая, ах, фу, гадость, как вы это пьете. А чем по цвету не как гранатовый? Как гранатовый. Какой-то коричневый. Ну ж 50 рублей баночка стоит. 60. Уже 60? Ну сейчас, наверное, 70. 59. Давайте посмотрим состав. Гранатовый сок, сахар. Фига, значит, я столько сахара пил количеством. Я тебе, помнишь, такой присылал вот. Куда ты мне присылал? Ну, по WhatsApp, когда в Москву мы только собирались лететь. И этот спрашивает, что купить, я тебе присылал фото его. Такого сока. Ну, пил другой. Ну. Не, я сейчас сок не пью, чайку. Я вот такую воду пью. Вкусный. Вкусный? Я яблочный до этого пил, но потом на гранатовый перешел. Икру будешь? Ничего не хочет. А типа гранат повышает гемоглобин? Да. Ну значит, у меня он уже перевысился. Ну блин, столько пить. Рассказывал бы я как пынул яблоком. Ну. Такую воду как спать. Так спим сегодня весь день. Мне нравится, когда на улице дождь или ветер. Ну, больше дождь. И в школу идти, да?
Не знаю, куда дома сидишь, на диванчике, что творить? Ну, все, спасибо. Открываю я глазоньки свои, а они сидят надо мной. А я машину купил. Показывай. Range Rover. Мерседес продал. Свой. Продал. Да, и купил еще. Зимой еще купил даже. Ну ты молодец. Чё, ёпта чифик. Собираемся? Ты смотри, как он рычит. Зверь вообще. Угу. Лик, собираемся? Ну, Женя, как бы. Встаем, значит, умываемся, вперед с песней. Ну, давай. Ты что, ела, что ли? Конфетки. Конфетки? Нет. Вика тоже рядом со мной спала. Подскочила за 3 секунды. Бежал так... конфеткам. Я так не могу вставать. Давай кофеек сделай. Блин, ты какой вообще? Точно, сделай кофеек. Форма? И погнали. Погуляем по планете. Ты видел на время кофе? Ризочку намыли, ногти настригли, я ей постриг эти ножки. Ля-ля, если что, тебе вот нужен свет, у меня вот это есть. И ля, чё? Давай, ты её подключаешь вот в розетку, ну вот, к вилке, она все загорается, она ярко светит. Show me, please. А? Show me, please. Я ещё, по-моему, давно вот она... Я говорю, покажи мне. Кого? А, сейчас я принесу вилку. Так, английский не знает. Вот, смотри, такая. Вот. Вот освещение. Если ты будешь читать книги под таким освещением, у тебя себя будут глазоньки. О! А он бывает, что вот так побудет еще вот, как, он как подзарядится, и все, и может светить. Он показывал книжки, ой, это книжки читать надо, лампочки. Все, встаем. Что ты как слышал? Не говори.